Мы решили отправиться в Анталию на автобусе 10 часов. У нас второй опыт будет езды на автобусе ночью. Первый раз в жизни мы ехали на автобусе тогда с Чехии в Голландию, да, 12 часов. Сейчас мы 10 часов будем ехать с Стамбула в Анталию. Надеемся, что автобусы будут комфортабельные. Еще надо купить молотый кофе, у нас заказ. Там в Анталии, видите ли, не продают молотый кофе, наверное. Идет туристка. Ходишь, ищешь автобус. Время-то уже не 19:30, а сколько? 19:40. Мы обижали всех, никто не знает, где на каком перроне останавливается наш автобус. Приезжает только 19-часовые. Сначала был 6-й перрон, потом 5-й, потом 3-й перрон. И так его и нет. Жесть какая-то. Не знаю, загрузимся ли мы в автобус или нет в итоге. Сейчас посмотрим. Все, что можно отсидеть было, и нельзя. Наконец-то мы едим. Ну, сколько мы опоздали? Мы даже были 8, а приехали 9:30. Да. Жесть. А еще туалета нет в автобусе. Вот это был ад.
там Посейдон. Или можно по грабительскому курсу поменять деньги. Понятно, почему он здесь находится. Все ждут вечернее шоу. Должна быть красота.
Что она кушает? Травку кусала. Не бойся, черепахи. Видишь, как она быстро ходит? Черепахи говорят, что медленно, они очень быстро ходят. Слушай, они вот это или метки, вот это мне, или я не знаю. Куда ты побежала? А ты себе что взяла? Ого, салат. И это телячья печень с шашлыки. Это что? Можете начать? Говядина. Говядина. Курица. Курица. Это тоже шашлыки, гриль, овощи. А это артишок. Да, салат у тебя, конечно. Знатный. Там трава. Бомбический. Слышишь музыку? Это мы окажемся сейчас.
Спасибо.